расшифруйте поведение женщины, которая вдохновилась ценностями мужчины и хочет, чтобы он обратил на нее внимание. Ну, так, видимо, имеется в виду, дайте совет, как действовать правильно. Допустим, женщина увидела мужчину, который соответствует ее системе ценностей. Что ей нужно делать, чтобы мужчина заметил и вдохновился развить с ней серьезные отношения? Очень просто, на самом деле. Просто начать следовать этой системе ценностей и постараться быть просто рядом. Просто рядом. Это потрясающий момент. У мужчин очень интересно устроена природа. Они фибрами души, как говорится, чувствуют, что это женщина из его как бы круга интересов. И мужчина очень хорошо чувствует, что вот этой женщиной, с ней можно заняться там кое-чем на 5 минут, а дальше надо держаться подальше. Мужчина это ой как чувствует. Они будут там дарить цветы, там ухаживать, но внутри себя они уже определились. Нет, человек не мой. Ну, понаслаждаюсь и отвалю. Женщина, которая соответствует его системе ценностей, поддерживает ее, вдохновляет мужчину следовать его же системе ценностей, получает прямой доступ к его сердцу. Просто будьте рядом и поддерживайте его систему ценностей теми способами, какими вы считаете правильными. И эти, по идее, эти способы должны быть в его системе ценностей. То есть, допустим, вы видите, что он любит домашнюю кухню, но если вы приготовите плохо и невкусно, значит, вы так и не поняли и не приняли эту систему ценностей, что он любит домашнюю кухню. Значит, все-таки нужно приготовить, соответственно, чтобы эта домашняя кухня, домашний обед отличался от ресторанного. Да? Поэтому здесь требуется определенное, ну, как бы воспитание. Но в целом мужчины в первую очередь ценят принцип, суть, а не форму. Вот женщины часто попадаются на форме. И мужики по бла-бла-бла-бла по ушам проедутся, они уже влюбились. Это называется дофаминовая любовь. А мужчины, они посложнее. Они, конечно, могут на нижней чакре как бы запасть на женщину, да, привлечься на какое-то время. Но долго вы их на одной этой чакре не удержите. Мужчин. Сынков, болтунов, да. А серьезный лидер, мужчина, который может взять ответственность, вы его на той чакре долго не удержите. Очень серьезные будут проблемы, да. Но если он чувствует, что это женщина из его системы ценностей, из его мира, он вложится. Поверьте мне, вложится. Таких мужчин, конечно, сейчас мало, у которых вообще есть система ценностей, кроме как поесть, поспать и тому подобное. Но, тем не менее, а зачем бы вам другие? Лишь бы какой? По-моему, это вынос мозга, лишь бы какой мужчина. Дороже встанет.